갈보 갈래 잡어 아이 무칸고 아이 무칸고 저천갈래 저천갈래 후와 Звуки таинственного и древнего, как сам мир, сяджа, разносятся далеко по округе, будоража сердца и души истинных детей тайги и тундры эвенов, пробуждая томление по тем далеким временам, когда бесчисленные стада ветвисторогих оленей лавиной спускались с гор, заполняя распадки и урочища. Как живут сегодня дети природы, эвены? Не потерялись ли в сложном современном мире, в мире новых технологий и скоростей? Не растеряли ли душевную чистоту, детскую непосредственность и житейскую мудрость? Вот что пишет об эвенах известный ученый-исследователь Йохальсон. Особенностью культуры эвенов от иных цивилизаций является экологический и гуманистический характер взаимодействия человека, социальных сообществ людей с природой. Духовные качества эвенов, способность к сопереживанию, особая генная толерантность всегда поражали исследователей. Сохраняют веселость в нищете, не унывают ни перед какими невзгодами, услужливые, но умеющие сохранить свои достоинства и быть гордыми без чванства. Презирают ложь и могут быть образцом честности, свято хранят старые бумажки, на которых записаны долги отцов и дедов. Поэтичны в речи и щеголеваты манерами, надежная опора государственного порядка. Таковы они были наши предки. Вчитываясь в эти строки, мы уверены, что каждый из нас узнает своих родных и близких. И сегодня, век высоких технологий и космических скоростей, мы не должны забыть наши корни и перенести свои лучшие традиции, пронзительную чистоту души, доброту, сердечность в отношениях и любовь к земле матери в эту жизнь, в это время. В республике Саха-Якутия эвены локально проживают в 13 северных арктических районах и в городе Якутске. Общая численность по переписи 2010 года составляет 15 071 человек. Владеют родным языком больше половины эвенов. Преподается язык в большинстве школ как предмет или как факультатив. Эвенский язык – язык северной или сибирской группы тунгусской ветви тунгусо-маньчжурских языков. В эту группу также входят эвенкийский, негидальский и салонский языки. Наибольшую степень близости эвенский язык обнаруживает с эвенкийским. В основу письменного языка еще в 30-е годы 20 века был положен ольский говор эвенского языка, и на основе этого говора к середине 50-х годов начал формироваться письменный эвенский язык, имеющий признаки литературного языка. Языки ряда малочисленных народов переживают сейчас процесс возрождения. Ученые отмечают, что необходимо всемерно поддерживать те языки, которые еще способны обслуживать свой народ, а уходящие сохранить для этносов как культурную ценность всего человечества. Ведь каждый язык представляет собой уникальное явление, творение человеческого духа, сокровищницу исторического опыта своего народа. Каждый хранит в себе единственную в своем роде картину мира. Thank you.
представляется здравой мысль о том, что необходимо найти оптимальные пропорции и формы взаимодействия культурологических наук и культурно-массовой деятельности. Для этого необходимо изучение механизма сохранения явлений традиционной культуры, выявление путей проникновения элементов национальной культуры к условиям современного быта народов Севера, разработка форм усвоения традиционной культуры разными поколениями. Сухие строчки статистики не передают в полной мере той озабоченности и тревоги, какую сегодня испытывают сами представители народа. Если буквально недавно, каких-то 20-30 лет тому назад, родную речь можно было спокойно слышать на улицах, в магазинах и дома, то сегодня ситуация в корне изменилась. В бытовом употреблении язык остался только в нескольких наслегах, в остальных он вытеснен русским или якутским языками. Несмотря на это, благодаря обучению в школе, дети начинают владеть языком лучше родителей. Это показывает и участие в республиканских олимпиадах, и в выступлениях детей на различных фестивалях и конкурсах. Для полного владения языком самим родителям необходимо создавать языковую среду в семье, прививать любовь и почитание к культуре и языку. Нет, я не последний, люблю своего оленя. Олень со мной столетия и тысячелетия. Аран мой, аран, в жару и буран, ты мой дом, ты моя пища, ты мой друг, ты моя одежда, ты моя надежда. Трепетное признание в любви к оленю, основе жизни и мировоззрения эвенского народа. Олень – единственный друг, который не предаст, согреет и накормит, в непогоду выведет к дому. Оленеводство – основное занятие таежных и тундренных эвенов. Это источник жизни и благосостояния. Это образ жизни эвенов. И тем острее вызывает тревогу спад оленеводства в республике. Некогда тучные стада поредели, и по широким пастбищам пасутся уже немногочисленные стада, а где-то олень ушел совсем. Труд оленевода сложен и труден. В любое время, в любую погоду, часами не слезая с седел, охраняют они оленей. В нашей республике принято много законов, в частности, о северном оленеводстве. Но сегодня такой закон необходим и на федеральном уровне. Закон, в котором жизнь и права оленевода были бы надежно защищены.
Только тогда появится надежда на то, что заполнится звонким хорканьем опустевшие пастбища, дымом от множества чумов и ранг, звонкими детскими голосами, и усталый счастливый оленевод после нелегкой вахты вернется в тепло и уют домашнего очага. Богата и красива певучая эвенская речь. Богата земля якутская на таланты. Автор первого эвенского романа – поэт и педагог Платон Афанасьевич Степанов Ламутский. Он был мужественным, принципиальным, стойким и непоколебимым в своем выборе человеком. Как сын своего народа, он задумывался над его судьбой и всем своим трудом, творчеством помогал родному народу, выполнил перед ним свой гражданский долг и верил в его будущность. Платон Ламутский, омчини хурылни. Чулбаня оратла, хунгел хабдарин. Таракам этэндо, омчини баюдин. Нилтен этим губер, буги дыхуттин. Гедалкан нюрди, омчини икуптин. Тэнке дэбидин, ним булыкандим. Тунгер дэбидин, ним былынкандин. Кадар дэбидин. Хелкелм кандин, матан табидин, нун талам кандин. Хопки хо омчини, хурал не бигеп, энен буру бугур опки, аймакан гуха креп. Урекчен дулан, батам унгидип, муткешем гуха креп, омчини дёнгидип. Тэнка табидин, нем бул кандим, тунгер табидин, нем былын кандип, кадар табидин, хелкелм кандип. Бадам Давиден, он талам кандип. Первый ученый-лингвист из эвенов, поэт Василий Дмитриевич Лебедев, оставил свой великий дар нам, потомкам. Василий Дмитриевич в 1970 году успешно защитил диссертацию по эвенскому языку и получил научную степень кандидата филологических наук. Он является первым ученым из числа эвенов. Его фундаментальные научные труды «Язык эвенов Якутии» и «Охотский диалект эвенского языка» до сих пор не теряют своего научного значения. Он писал учебники и учебные пособия по эвенскому языку, собирал фольклорные материалы, сопровождая их научными комментариями. За свою короткую жизнь он проделал огромный труд, открыв миру и для мира культуру и язык эвенов. Гарпун алкан нелкани, Төріңіт ханисан сен, Калдыт кадар чул баня бейлгі түрін сен, Тэнкіңой чул баня нөк чайтытын сен, Мушеддет унгі джин, Төрайан бекачин жалкан сен, Өвісіл нүргенжі хәжетін улдалдан, Улталки улдуқан нитігали хәжетін гонкамен, Кадар хәжелін дегун, Исун төр хит килен, И такие мёрики, амат пахамалдар. Туртан тук туртан надиранна, Чайлен бол тампка чалан улгыптан, Маранна дулгав дурн, ады жур тампкаптан. Улгемдам, юлас кеманна нюалтан кабине дуг. Урилдин джин, туарангат ашат начарыгар, Ракнян маранна дулгапан улгидукун, Умкакан чурит, этан губариптан. Замечательный сын и гордость эвенского народа, Якутии и всего Крайнего Севера Андрей Васильевич Кривошапкин, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, народный писатель Якутии Андрей Васильевич всю свою жизнь посвятил служению народам Севера. Благодаря его авторитету, настойчивости, бойцовским качествам решались многие, казалось бы, неразрешимые вопросы.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия имеет вес не только в республике, но и за ее пределами. Человек в самом высоком смысле этого слова. Им всегда руководят порядочность, совестливость, чувство справедливости. Народы Севера воспряли духом, почувствовали уверенность в завтрашнем дне. И во многом это заслуга Андрея Васильевича Кривошапкина. Я Эвен, и тем горжусь, языком своим горжусь, все заветные слова в нем с волнением нахожу. Он сумел в себя впитать глубину и широту, все, что мне пропела мать, ее душу и мечту, веру в будущность свою, возрождение свое. У истоков создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера стояли многие активисты общественного движения. Сегодня имя академика Василия Афанасьевича Роббика вписано золотыми буквами в народную память. Его деловые качества, сердечность, академический ум – это пример достойного служения своему народу, беззаветной любви к родному языку, к народу. Настоящий Илькен Бей. Огромная тайга живет своей жизнью. Оленеупряжка, ведомая уверенной рукой хозяина, несется вперед. На нартах укутанный мальчик сквозь ресницы смотрит на полную луну. Маленькому Васе до слез жалко маму, которая осталась дома. Впереди видна спина отца. Густой пар клубится от дыхания подуставших оленей. И луна, равнодушно взирающая на землю. Это воспоминание из глубокого детства академика Василия Афанасьевича Роббика. Событие, оставившее неизгладимый след в душе маленького эвенского мальчика. Вот он мертвый, и он кидовый. Ох, татар, брепта, ректор, ойтык. Тик мандуттов, мут торанты, торы рылдан, мут тыгылгамур, эргыр огараптан. Мут балдарыр торанты торойлан, эрегар улдалран гоникан, масакчарда мандутникан куркачитта. Эрбидан балдарыр торанты, эрегар улдалдан мут торынит ойдалан, тегылгэнте эрегар огарабдан аймакан. Культура любого народа базируется на родном языке. Она отражает его мировоззрение, знания и представления об окружающем мире, включая способы его освоения. Поэтому с потерей языка мы утрачиваем также и значительную часть культурного наследия и большой объем знаний. Владение родным языком помогает людям чувствовать себя уверенно в меняющемся мире, является одной из адаптационных возможностей человека. Ирлы чаутин
Солнце начинает свое движение, поднимается из-за леса. Люди в глубоком молчании ловят на себе первые лучи нового солнца и нового года. Эвены считали свой народ людьми неба и солнца. Нянин нян нюлтенбэйлни бэп. О, великое солнце, дух и местности, и дух природы, слушай, для счастья будущих поколений кочевых эвенов, сохраняй своих золотых оленей. Хутаня мэнэнэрэлбут айот бифкэли. Обады тарэ вэйлбу аймакан турэмми. Обады дукасэрэ бэйу хоайч турэмми надэ. Доктаман нёбками, калады бачайта, кэрэгэлэ нёбками. Тарабакачам мэнэ дияган. Рак тикрабэрэ мэду бэй эгэй бэйжин тарасэн бэйлбу Эргар Торутта, Таян Дамаку Сечичин. А мы так говорили, мы там хавдан жаддам, а он берем в тикар, кто бедна в тягу сенна в Иннахара, а там Эрак Торутта гулышна я стала кан Таян Мандучим мэнч. Мэн гумми джугулин, обиди торен бидан гоникан. Я на тар окта бекан, вот на тарап тукуй тикаран стала кан, обиди торен мол аймакан Тарукалта, обадит туэрари, обадит икари, обадит дугри, бойхой обаданганикан. Араби биниву. Я дукта гжан гуфганя тарак. Тарак джугудан гургачеддан, арак джугудан тагачеддан, обадит туэрин иенебихикан мад абахал гун менти эрегар иенжин. Туэрабар амгажиб. Мот хитилчик, барибчик. Эвенский дух высок, как облака, непоколебим и крепок, как алмаз. И если мы здоровье наших душ передадим потомству, то тогда в чреве мироздания мой народ рождаться будет вечно, чтобы жить. Hey, mama.